Всем доброе утро. Доброе воскресное утро. В последнее время я много размышляю о тайм-ауте, о перерыве. О том, что нам в нашей жизни нужно брать перерывы. От работы, от забот, от суеты. От многого. Прерывать обычный ритм жизни и отдыхать. Чтобы осмыслить то, что мы делаем, это действительно нам нужно. То, куда мы идем, это действительно важно туда идти. Вот эта цель, к которой мы стремимся, она действительно достойная цель. Может быть, лучше остановиться, развернуться, пойти в другом направлении. Чтобы решить, разобраться во всем этом, нужны перерывы. Воскресный день – это тоже перерыв. Исход, 20 глава, стих 8, 9, 10 написано: «Помни день субботний, чтобы светить его», то есть отделять. «Шесть дней работы и делай всякие твои дела, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его», то есть отделил. Итак, день седьмой, который мы называем воскресением, потому что Христос воскрес в этот день, мы вспоминаем. В самом названии этого дня мы заложили основание для того, чтобы отдыхать, вспоминать, останавливаться и помнить, что же Господь сделал. Он воскрес. Поэтому день воскресный особенный. Мы останавливаемся, мы берем тайм-аут, и мы взвешиваем свою жизнь. Туда ли мы идем? Правильно ли мы движемся? Мы слушаем Божье Слово, мы приходим на поклонение перед Богом, общаемся с братьями и сестрами, чтобы сделать тайм-аут, остановиться, разобраться, куда нам идти дальше, и двигаться вперед с еще большей силой и большим посвящением. Друзья, да благословит вас Господь. Всем сегодня хорошего служения, хорошего вам тайм-аута в этот воскресный день, чтобы вы перезагрузились и двигались дальше к тем целям, которые Бог ставит перед вами. Аминь.